Дорогие друзья, говорят, что в небесах есть рай, а на земле Ставропольский край. В этой пословице немало истины. Мне посчастливилось, я курировал Северный Кавказ, где проживает от Черного до Каспийского моря почти 20 миллионов человек. И жемчужиной этой огромной территории является во многом не только Краснодарский край, но и Ставропольский. Мне удалось побывать практически во всех районах, когда еще Карачаево и Черкесия входило в Ставропольский край. Я был изумлен, что он напоминает мне великую советскую державу, потому что там от полупустынь нефтекумки до вечных ледников Кавказа, там не было помещи землевладения, там блестяще умеют работать на земле, там сохранили уникальный дух патриотизма, казачества и наши военно-патриотические традиции. Там блестящие литературные места, которые мы каждому советую познакомиться. В этом крае работает наш колхоз «Объединение Терновское», которым почти 50 лет руководит Богачев Иван Андреевич. Должен сказать, это хозяйство в текущем году собрало одно хлеба больше, чем вся рядом вот соседняя Калужская область. В этом хозяйстве вы увидите счастливых детей, очень достойных пионеров, прекрасные школы, дешевые продукты и люди, которые блестяще трудят и работают. Давайте его поприветствуем. Это одно из лучших хозяйств нашей страны. Я рекомендую обязательно посетить Кисловодск. Вот уговорил уже Васильев, регулярно в Заре отдыхает. Я сдавал этот объект еще в 85-м году, потом провели реконструкцию. Это единственный на Кисловодской группе санаторий пятизвездочник, который обладает уникальными свойствами. Ну и очень надеюсь, что мы сегодня познакомимся с этой выставкой. Здесь уже было за 20 лет немало, но по композиции, содержанию, оформлению, подаче материала и душевности, с которой это делается, это лучшая выставка. Давайте пожелаем краю, а он и сегодня демонстрирует очень высокие темпы развития промышленности и аграрного сектора, новых удач и успехов.